Всем привет! Решил на канале выложить прохождение игры Rise of Tomb Raider. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих, исследователи, искатели истины, именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Это красотища. Уважуха. Сразу вспомнился фильм «Эверест». Тропа ведет вверх по склону. С вершины откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ничего так, графончик сделали. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Марка, твое предчувствие никогда тебя не подводит. Черт! Надеюсь, в продолжении разработчики добавят что-то новенькое, интересненькое. Чего вы так дух захватили? Опа-на, тихо-тихо. Есть контакт. Черт. Что ж так резко? Лара! Ты цела! Цела, цела. Фиона! Я здесь! Фиона? Что я не могу, че Фиона? Нет! Фиона есть принцесса такая, знаю. Вроде со Шрек. Странное имя, конечно. Стой на месте! Так. В общем, лазим, как и в прошлой части. Механика та же самая. Так что это тупик тут. Лара, не тупи. О, да-да. Механика, можно сказать, так и не изменилась. Надо перепрыгнуть! Да-да-да. Хватайся за руку! Опача! Держу! Есть контакт. Лара, чтоб тебя! Меня чуть инфаркт не хватил. Не-не-не, не надо тут никаких инфарктов. Ага. Скорой-то тут нету. Пошли! Его лидольчика с корвалольчиком. И всякой такой сердечной фигни не брали с тобой. Ладно, идем дальше. Похоже, нам туда. Недурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Дончик открывается.
буря надвигается. У нас от силы часа два. Так, ну что, видончик, хватит. Посмотрим. Мы почти у вершины. Лепота, лепота. Да, красиво сделали, однако. Очень красивые снежные горы. Это буря еще надвигающаяся. Красиво все выглядит. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Есть. Побежали. Вот жаба, блин. Жаба прыгает. Идем медленно. Держись. Какой медленно? Давай быстрее, ты сейчас каменюка на голову свалится. А, черт. Чудом спаслись. Да-да, знаем мы ваше чудо. Потом на следующий день опухло и мешало ходить. Старая сказка. Лучше двигаться вперед и быстрее. Красава, красава пошла. Боюсь, не перепрыгну. Стой там! Я закреплю тебе трос наверху. Ладно, грабли будет трос. Шикарный обзор на скалы. Ладно, еще чуть-чуть, давай! Давай. Опа-на. Чувствую, сейчас эпичный момент. Прыжок с скалолаза. Ух, ничего себе. Красиво, красиво выглядит. Да сюда надо добраться. По худо. О боже. Ох, ничего. Ядрен батон. Да тут хребет можно переломать было. Держу. Живая? Лара, ты меня слышишь? Ёлки-палки, от такого удара только в голове зазвенело. Вот я это Лара Терминатор. Ага, давай, чувак, держи, не подведи. Качели вы мои, качели. Опа, не удача. Держи, чувак, держи. Нам падений тут не надо. Есть. Лара кроссфит дает. Бег с препятствиями по снегу, который по колено. Падаем, тормозим.
Оба-на! Есть контакт. Красивый прыжок. Все, смыло. Да, вот после такого падения явно можно пони откинуть. Так, предыстория. Люблю заставочки смотреть. Много чего интересного с них выходит. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Пожалуйста, что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах, и решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Мне, блин, одному это показалось. Или у нее глаза убитые, красные. Такое ощущение, или три дня не спала, или бухала неделю, или закинулась херней какой-то. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О боже, Лара, нет! Это безумие. Вот, точно, смотрите, красная, клипает постоянно. Какая-то она стрёмная. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка, Анна.
Эй, мы в горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты Они же обещали не стрелять! Увози нас отсюда! Чёрт! О, нет! 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 Ну, еще один видончик красивый. Отступать Сирия. Поздно. Она должна быть здесь. Вот этот момент напоминает, как в предыдущей части. Тоже раненая Лара куда-то добирается. Документах, что красиво, про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Все вот так быстро отошла. Сразу боль ушла, передвижение. Ну, как всегда, Лара в своем репертуаре. Опа. Давай. Опа, выход на одну. Молодец. Тут что-то есть. Это за уступчик такой. Красота. О, сундучок. Ё-моё. А мог я не заметить. Икона. Очень искусная, с инкрустацией. Похоже, византийская. Может быть, 10 век. Соответствует легенде о пророке. А там полят. Война целая. Так, двигаемся дальше. Неужели добралась? Да, добралась. Так, что тут? Нема ничего, сундучков никаких больше. Ничего нет? Вроде ничего нет. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Пророк. Неужели с кризиса? Выходит, тот пророк. Папа был прав. Вот и нет. Теперь ясно, о каком она пророке говорит. Вон на той штуке, на фреске. Так, видно. Здесь он исцеляет людей. Кстати, очень интересная. В записях это упоминается. Идея о пророке вот это. Все. Религию скрестить в сюжете. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Так. Что такое? Таковы чудеса пророка из Константинополя
Бесчестно убитого орденом Троицы. Опа-на, читая всякие фрески, у нас растет уровень познания греческого. Сейчас, наверное... Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Так, точно. Получили первый уровень, и можно теперь прочитать монолит. Так, пойдем расшифруем, что же там? Я подзабыла греческий, но... Он указывает на что-то спрятанное... Да, забыла греческий, но так я быстро все вспомнила и перевела. Молодец. Так, ага. Тут показано сведения об области, сколько всего, секретов. Очень полезная информация. Так, за древние монетки можно покупать в магазине что-то там. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Ее нигде не видно. Погибла, наверное. Ладно, пошли. Константин велел пробиться в гробницу до заката. Да, ну это орлиное зрение, конечно. Они ищут гробницу. Надо найти её. Чтоб я без него делал. И в Ассасине без него ничего не делал бы. Потайной вход. Ничего себе! Вот бы папа красотища. Видел. Сундучки ищем. Ничего нет, тут не припрятали нигде гады. То потом так возвращаться не хочется, подбирать все это. Так вроде ничего. На вот и гвардия прилетела. Они уже здесь. Надо попасть внутрь. Вот уже попрыгунчик. Уши прибра, прыгает. Ё-моё, сильная девка. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка. И его учеников, пока не настигли так, их в укромном оазисе. Путь внутрь. Вот тут гапончик красиво сделали. В пещерке так, в узком проходе. Всякой фигни напичкана, еще археологи никто не добрался.
твою налево, блин. Да что за фигня? Так, надо выбираться отсюда. Бегу. Ух, ёперный театр скорпионов-то сколько. О, луч света, света, луч. Луч жизни. Давай. Текай, текай, бо сейчас ужалят за сраку. Давай, бей. Вот так. Как кобылка, давай. Вот так. Молодец. Ё-моё, тут кладбище какое-то. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Опа. Что это у нас? Гуманитарная помощь. Ты ж кто такой добрый нам оставил? Гуманитарку. Так, так. Что тут еще есть? Опа, вон там что-то еще, письмена какие-то лежат. Пророк. Убит орденом Троицы. Ё-моё, смотри, так еще весь алфавит греческий выучишь. Сын мой, орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Береи. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу, но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Ох, так. Черт. Все предельно ясно. Так, а ну проверим, тут нема больше ловушечек никаких. Они пробиваются внутрь. Трындец. Это что, местная канализация? Дерьма всякого тут. Это ж надо было тебе, Лара. Как бы освободить ту старую платформу? Водичкой разбавим. Только до самого. Ох ты, блин. Отлично. Кстати, довольно красиво сделали вот эту подводную сцену. Что это там у нас парит? Кто-то баньку развел? Ух, ничего себе! Невероятно! Это красота! Надо осмотреться. Что тут? Так, что за фигня болтается? Так, ага, есть монетки. То хорошо. Так, оно надо проверить. Что это за фигня? О, наводится. Так, испытание. Ага. 1 из 7. Это еще где-то 6 колоколов таких осталось. Как же мне подняться? Может, если повысить уровень воды?
Что за маневр такой был? Так, осмотримся. Колокольчики в иде. Нет, не то, не то. Так, что это все не то, не видно что-то. Ладно, может дальше где-то видно. Так, еще подняли уровень воды. Так, волосочки поправляет, ничего себе. О, вот он. Так. Опа-на. Что это светится и внизу, и впереди, и сверху. Так, сундучочек. Еще один религиозный. О, это же сокровище. Простой и самодельный. Похоже, за пророком следовали люди всех сословий и профессий. Опа, еще один колокольчик. Отлично. Так, посмотрим, что же это было все-таки. О, колокольчик. Есть контакт. Так, вот он. Угу. Карта. Полезная вещь. Так, что у нас добавилось? Рукописи. Так, побежали дальше. Опа-на. Что за копья, ё-моё. Чёрт. Вот они почти внутри. Вот и скрипт какой-то лежит. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обрядили в старые одежды нового шута. Они в бегах. Сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв. Могу в этом поклясться. В общем, интересно послушать. Сюжет довольно-таки интересный получится, я так думаю. Заберем монетки. Колокольчик, колокольчик. Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Монетки, и там что-то такое, почечка, наверное, гуманитарочка. Точно, точно. Так, где же еще колокольчик? А что там светилось? Тут монеты. Опа, тихо. Что-то я заметил. Нет, показалось. Не тупи. Да, где ж этот колокол?
О! Вот. Так, еще один и... О, вот он, дорогой. Все, отлично. Испытание пройдено. Так, туннели надо проверить. Орлиное зрение. Так, что это там подсвечивает? Опа. Опа-на, тихо-тихо, пол палится. Все, стоп-стоп. Главное не париться. Все, надо столько светится. Подсвечивается, вернее. Милорд. Последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Должен признать, сходство и впрямь поразительное. Но это невозможно. Впрочем, пустое. К рассвету все они будут мертвы. Ереси ненавистной Ордену Троицы будет положен конец. Стена непрочная. Пожалуй, получится ее проломить. Угу. То можно сразу убить. Так, что там упало? Что-то впереди такая кучка, наверное, монетки. Точно, денежки. Ничего нету. Так, вроде все собрали. Все. Если я смогу забраться на эту балку. Смыло. Упустила. Ставьте заряды! Какой грозный тип. Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Сюрприз, блин. Вы кто такие? Ты же баба ум. Ты кого бабой назвал? Сама поди уже. Ты же девушка. Что за бескультурщина? Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной.
ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Опа. Папандос. Ложись! Вот Ларка хитрая. Молодец. Голов. Голов. Хэдшоты. Да их так и надо, только в голову. Подвесы. Эй, чувак, куда полез? Подожди. Давай, скай. Сейчас камнями засыпь. Красивое дело. Поверх, все рушится. Чуть-чуть. Да, вот. Молодец. Что это? Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара! Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция! Болезни, страдания, смерть в прошлом! Ты вообще себя слышишь? Иона... Мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Иона? Oh!
Нас не остановить! Черт, Лара! Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если Святой Источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Так, Ларочка очухалась от снежной лавины. Молодец, живучая, однако. Лара, ты там? Я в убежище. Иона? Иона! Если ты меня слышишь, возвращайся. Не пытайся меня искать. Это моя миссия. Надо найти убежище. Ну и снега намело. Милая. Бедная аж еле продвигается. Не останавливаться. Давай, ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Вот и первый лагерь. Так, так, нужен костер. И пошла она в лес по дровишке. Так, должно получиться. На ночь не хватит. Сильно, однако. Надо еще найти. Деревья целые с корнями вываливать. Сухое сгорится. Надеюсь. Труп свежий. Пана. Мяса нет. Волки. Волки с прошлой части были тоже вредные такие. Поднапрягали маленько. Быстро соорудила она гнездышко себе. Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Мне нужен лук покрепче. Лук лучше. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Костюмы. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Так, он хочет сломать меня. Вот лук. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла.
И еще у нас есть одно очко умений. Здесь что-то смотрим, есть, что нам предлагают. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, так, что и он в порядке. Толстая кожа, ладно, что рано это вернуться? Еще. Я не могла рисковать и брать его с собой. Не то, не... Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Не надо это. Это мой путь. Только мой. Так, убийца, эксперт, не то. Охотница. Так, возврат стрел не надо. Тоже пока не надо. Падальщик. Вот это неплохо. Так, это тоже не надо. Так. Так. Бомба не то. Так, не то. О, вот это для начала можно. Чтобы сразу все секретики находить. Так, наверное, на этом завершим сегодня прохождение.